Всем привет, меня зовут Ри, и это долгожданная распаковка нижнего белья. Я очень рада, что вы сейчас смотрите это видео. Эту коробочку мне прислали из Санкт-Петербурга. Я впервые заказала себе белье по своим индивидуальным размерам, то есть его шили специально для меня. Это очень интересно, потому что я не знаю, насколько оно будет отличаться от магазинного. Белье я заказывала вот в этом магазине. Также будет ссылка внизу под видео, для того, чтобы вы могли перейти, посмотреть, какие у них есть модели, и если понравится, тоже себе заказать. Какая вот эта конкретно модель, я уже забыла. Ну, короче, если вы зайдете к ним на страничку, вы точно увидите. Мне очень понравилось то, что белье пришло настолько красиво упаковано, с ленточками, коробочки. Вы знаете, мне кажется, это такой подарок, который можно подарить очень близкому человеку. Это будет очень приятно, потому что это не просто белье в пакетике, да, а вот в такой коробочке. Прям, знаете, как показывают в голливудских фильмах, когда мужчина дарит своей женщине там какую-нибудь коробку, она открывает, и там роскошное платье, белье, и все в таком духе. В общем, круто. Кстати, это название магазина. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас есть. Белье я пока показывать не буду. Смотрите, здесь написано немножко об этом бренде. Написано, что это лимитированный бренд нижнего белья по индивидуальным меркам. И также рекомендации по уходу за кружевным комплектом. И знаете, очень приятно то, что здесь написано специально для меня все. Риана, я хочу от всей души поздравить вас, что вы решили побаловать свою внутреннюю королеву новым комплектом нижнего белья, сшитого по вашим индивидуальным меркам. В общем, посмотрите, это очень трогательно. На самом деле, вроде мелочь, но, знаете, такие мелочи как раз-таки составляют ваше представление о бренде, поэтому я считаю, что это очень круто. Это так приятно, ребят. Очень красиво. Вы знаете, я действительно верю, что это все сделано с любовью, потому что когда покупаешь в магазине, ты видишь, что какие-то есть ниточки торчащие, да, еще что-то. Потому что в магазине, ну, как бы это все оптовые продажи, и понятно, что они не будут заботиться прям очень сильно о качестве всего сделанного. Я понимаю, что показывать свое нижнее белье немного странно, но... Но это реально очень красиво, смотрите, я же обещала вам показать, и когда в инстаграме я выставляла голосовалку, все проголосовали за то, чтобы я показала нижнее белье, вот. Реально очень красиво. Так, и посмотрим, что это у нас тут. Это бюстгальтер, такой красивый. Мне очень нравится то, что он без всяких там жестких элементов, потому что они не только вредны, но и, в принципе, неприятно, когда ты целый день ходишь в какой-то жесткой конструкции. А здесь прям, знаете, материал безумно приятный. Это круто. И мне кажется, комплект мне по цвету очень подходит. Это очень странное видео, если честно, для меня, но это выглядит довольно забавно. Мне нравится качество исполнения, потому что оно действительно на высоте. Очень приятный материал, прям такой легенький, такой хороший. И по цвету тоже такой, как на картинке. Ну и, соответственно, бирочка. Очень приятный эксперимент для меня был, потому что не знаю, насколько оно там могло мне подойти. И это действительно круто. И сейчас я хочу его померить. Вот. Так что я не буду снимать, как я меряю белье, я надеюсь, вы понимаете. Но сейчас я выключу камеру и потом включу и расскажу о своих впечатлениях, подошло ли оно мне или нет. Ребят, это огонь, я серьезно говорю, очень крутое белье, сейчас вверх на мне, вот, мне очень нравится. Я, конечно, очень жалею, что не могу вам показать то, как
как это все выглядит на мне красиво, прям действительно очень хорошо подошло и смотрится прям волшебно. Блин, я в восторге, серьезно. Я первый раз, я уже сказала, что первый раз заказывала белье по своим личным меркам, но это просто, ну, реально круто, когда все прям точненько совпадает. Теперь я могу точно советовать это белье, потому что оно очень крутое. И мне понравилось то, что у тебя получается реально то белье, которое подходит именно тебе, без всяких там где-то больше, где-то меньше. И более того, получается очень крутой подарок, потому что приходит в такой упаковке. И я когда открыла, ну, вы помните, да, я выставляла сторис, когда я была на Почте России, это просто... Я думала, белье придет в пакетике в каком-нибудь маленьком скомканном, да, чтобы там не переплачивать за лишний вес, объем и все остальное. А тут оно пришло вот в этой коробке огромной, в красивой. И это все настолько подарочно и круто выглядит, что не то, что не стыдно подарить, а реально это очень приятно получить в подарок. Я когда открыла, мне прям... Это настоящий подарок. Так что, девочки, не забывайте баловать себя любимых, особенно сейчас, в такую холодную пору, скажем так. Дарите себе подарки, парни, мужчины. Я думаю, вы намек тоже поняли. Если вы хотите сделать какой-то приятный подарок, то белье всегда поднимает настроение. Тем более, что это подарок отчасти и для вас тоже. Всем спасибо за просмотр. Целую, подписывайтесь на мой канал и обязательно следите за следующими видео, потому что их будет много интересных, новых. И чем больше вы ставите лайков и пишите комментариев, тем быстрее они выходят. Заходите на Фотик в руки шоу, участвуйте в конкурсах. В предыдущих видео вы можете их найти, и в следующих видео, и в Фотик в руки шоу конкурсы вы тоже можете найти. И в моем инстаграме, да, подписывайтесь туда тоже. В общем, всех целую и обнимаю, и всем кружев и любви. Thank you.